Ну что, опять буду показывать свои сковородки и блины? Я уже вас достала, наверное. Ну, а куда деваться? Заказывают постоянно их. Вот распределяю. Край выбираю потоньше, чтобы пальцы не обжигать. Просто приподнимаю. Двумя руками беру, медленно показываю. И все, переворачиваю. Пальцы не обжигаются. Все хорошо. У меня только от работы. Я на роботах. А так у меня все нормально. От блинов, от чебурек никогда ничего. И снимать очень надо быстро. Давайте покажу. Молча. У вас уже достало, наверное, своим пищанием. Все, видите? Даже не обжигает. Снимать также ножиком. И все. Очень тонкие. На любителя блины, да? Я с крахмалом не люблю блины. Там налистники, да, их называют. Поэтому я такие, на молоке, на кипятке.